На перекрестке улиц Рабочей 60 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Ситуацию удалось разрешить без сотрудников патрульной службы. Позже последствия дали о себе знать. Полиция разыскивает водителя автомобиля. 1 августа около 18 часов 15 минут велосипедист, переезжая через улицу Рабочая в сторону поселка Искателей, врезался в автомобиль. Оба участника происшествия решили разойтись по обоюдному согласию, но позже у велосипедиста заболела рука, и он обратился в больницу, где выяснилось, что у него перелом ключицы. Дежурным частью МВД России по НАО поступило сообщение из приемного покоя окружной больницы города Нарьян-Мара о том, что к ним поступил молодой человек с переломом ключицы. На место выехали сотрудники полиции и выяснили, что данный молодой человек был участником ДТП. Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев и водителя автомобиля. Примерно это ВАЗ-2112 серебристого цвета. Все, кто стал очевидцем данного происшествия, просьба сообщить дежурную часть МВД России по НАО по телефонам 4-21-26 или 02.